Всем привет, меня зовут Игоза. Сегодня, короче, этот, как его, старый Новый год. А, какое сегодня число, Даш? 13 число, на часах. 13 число. Часах? Ну да, на часах. Здесь число у меня выбивает. На часах? На часах, вот там, 13 число. И сегодня, короче, мы идем домой с Дашей. Поднимаемся по ступенькам и в подъезде на третьем этаже. Находим вот это. Ту-ду-ду-дун. Смотрите, что это у нас? Орехи. Грецкие, мать его, орехи. Сколько здесь? Килограммчика два. Вот эти всякие ребятки, которые ходят там, вот это вот колядуют, посевают. Им дали орехов 2 килограмма. Они просто их оставили в подъезде. И бумажки рядом с ними. Бумажки? Какие бумажки? Не хочу так, чтобы ты не снимал. Я не снимаю тебя. Тут даже не видно твоих трусишек. Тут только видят бумажки, конфеты пожрали свиньи эти малолетние и покидали в подъезде. А я убирать не могу. Вот, бумажки я не видел. 2 килограмма орехов. Сейчас на рынке орехи стоят, блять, стаканчик какой-то. 400-300 рублей. Здесь 2 килограмма орехов. Вы думаете, я пройду мимо? Нет. Я просто их взял. И все. Даша говорит, да может не надо? Я не говорила, да может не надо. А как ты говорила? Я тебе ничего не говорила. Да ладно. Чего я тебе говорила? Тебе говорила, да, не надо? Ты говорила, нафиг они тебе нужны? Нафиг они тебе нужны? Что ты придумалась? Нет, а как ты говорила? Я тебя спросила, ты их будешь брать? Ты сказала, да, конечно. Конечно, супер орехи. Показали, что это малолетки, не понимают, в чем дело. В толк в орехах, толк в орехах не понимают. 2 килограмма грецких орехов, просто на халяву. Супер класс. Идешь домой, даже покупать не надо, просто поднял и пошел. Вот так в пакете стояли, вот. Может, нам нужно купить орехи? Плохие орехи на мусорку, если бы носили, их бы выкинули просто и все. Не донесли. Да. Реально. Это по-любому эти малолетки. Да, малолеткам дали, они спустились на площадку ниже, орехи оставили, деньги. Ничего не надо, кроме денег. Деньги поделили, конфеты сожрали. Орешки. Сожрали. Орешки мне. 2 килограмма. Вот такие вот дела. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Комментируйте и рассылайте этот видос друзьям. Yeah. Что значит две? Ну, когда ты так говоришь. Когда я говорю... Рассылайте друзьям! А как ты? Скажи как-нибудь ты. Пока! Носится как приказа.